Друзья, Компедиум наконец-то вышел. Специально для того, чтобы отснять на него обзор, я встал утром, праздничный день. Ну, смотрите, какая хрень выходит. Хотел по-хорошему, а Valve сказала фиг тебе и твоим подписчикам. Но, друзья, для вас ничего не жалко. Я буду покупать 75-й уровень Компедиума. Обязательно. И смотрите, какая хрень сейчас выходит. В данный момент покупка невозможна. Через час у меня соревнования по легкой атлетике. Обещаю, что как только я приду с этого соревнования, сразу же прибегаю домой, покупаю 75-й уровень компедиума, раскрываю все там сокровищницы, рассказываю о всех его плюсах, минусах. Предварительно я все хорошенько изучу. И не позже, чем через 4 часа, я снимаю самый лучший обзор по всему YouTube на этот компедиум. Получается, что вы должны подписаться на канал, чтобы увидеть этот обзор. Целесообразность его покупки я объясню. Стоит ли его вообще покупать? Может и не стоит. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Добавок ко всему я, соответственно, куплю еще 3 компедиума для розыгрыша. Посмотрим, наверное, это будут тоже компедиумы 75 уровня. Для подписчиков, напоминаю, мне ничего не жалко. Удачи, ребят!